На свете много разных занятий, разных ремесел. И то, чем я занимаюсь, одно из них. Я актер-кукольник. Ведь любое ремесло, если относиться к нему творчески, открывает тайны мира, и они чаще всего непростые. Поступил я в театр 20 лет, и в первые годы я очень любил смотреть в темный пустой зал и думал, как хорошо, что я здесь. И потом как-то меня начали мучать сомнения, я пришел к выводу, что я не получаю творческого удовлетворения. А я хотел получить радость от работы и отбывать время, как это бывает чаще всего, мне не хотелось. Я стал искать ответ, почему это состояние мучает меня. И этот ответ я нашел. Я стремился найти в своей работе призвание. Христианство, например, стремится же к тому, чтобы человек увидел свою жизнь как призвание. Верить в Бога значит увидеть смысл во всем и в том, что вы родились, хотя рождается человек не по своей воле, и надо предпринять интеллектуальные усилия, чтобы понять, зачем ты на земле. Вероятно, нашел я ответ, потому что во мне была некая предрасположенность, что ли, неосознанная мною еще, предрасположенность к театру кукол. Ведь быть кукольником — это видеть мир под непривычным углом зрения. А что это значит? Вот смотрите.
ровный горизонт, а ведь Земля круглая. Солнце садится, солнце всходит. А эта Земля вот так вращается, что кажется, будто солнце садится и солнце всходит. Это иллюзия для всех людей на Земле. И вся жизнь, по-моему, такая, как иллюзион. И все как-то устроено так, чтобы воспринимали мы нашу человеческую жизнь просто изнутри. Как будто вокруг нас ничего не существует. Это абсолютная истина для нас, наша жизнь. Вот мама, папа, жена, муж, дети, работа, зарплата. У людей есть города. Москва, есть Париж, Нью-Йорк. Это же огромные центры. Ведь они находятся на земном шаре. Шар этот входит в Солнечную систему, система в галактику, галактика в метагалактику. Короче говоря, мы не в центре, а мы думаем, что мы в центре Вселенной. Ведь, Дмитрий, вот все так складывается, чтобы мы думали, что мы только единственные. Вокруг нас никакой жизни. А на самом деле наша человеческая жизнь, она ведь результат каких-то иных, более глубоких движений вне нас. Если человек и земной шар, на котором человек обитает, это есть центр, точка отсчета, то человек в образе куклы — это и есть взгляд на человека со стороны. Мы уже видим человека в пространстве. Он, оказывается, такой маленький, хрупкий, незащищенный, он трогательный. Орел его значимости куда-то уходит. Это он, это кукла, которая еще не двигается, она стоит не шевелясь. Но вот кукла оживает. И мы знаем, что она не может двигаться сама по себе. Она двигается. Вот этот иллюзион, вот театр кукол, который именно это и выражает. Раньше, в прошлые века, люди не искали философию в театре кукол и брали от него только поверхностный его слой, пародию, забаву. Жизнь так устроена, чтобы мы как бы не выходили из нашего мира. Оно надо выходить, потому что мы, когда мы замыкаемся вот в нашем мире, это не все есть человеческая жизнь. Человеческая жизнь есть еще и взгляд со стороны на себя же. Вот тогда она становится более полной. Тогда человек не замыкается в себе, а он видит себя в пространстве. Однажды, было это еще раз советское время,
А в клубе московских кукольников, назывался он «Наш, только наш», и вечера его проходили в доме актера. Мне предложили взять куклу и работать ею как конферансье, соединяя одно выступление с другим. Но попросили меня сделать это так, словно я мешаю выступлениям. И репетируют, говорят, не надо, ты справишься. Ну, я тоже говорю, не надо, я справлюсь. И вот подошло время, начался этот вечер, я высунул эту куклу, прокричал это приветствие, и потом вдруг понял, что я ничего не могу дальше делать. И меня так просто не выпихнули на сцену, и даже обиделись на меня. И уже дома, размышляя над своей неудачей, пришел к выводу, что я и не мог поступить иначе. Ведь зрители явно должны видеть, я мешаю. А сам я должен чувствовать при этом, как замечательно помогаю. И это таки надо было отрепетировать. И тогда, именно когда я размышлял об этом, меня вдруг как ударило. А что, если те, кто мешает в жизни, и мы явно видим, что мешают, на самом деле только помогают двигаться? И мы, люди, это не репетируем. Мы это проживаем. Итак, ответ, который я нашел в своей работе, был таков. Чтобы открыть труд актера-кукольника как творчество, надо самому придумывать куклу и доводить свою фантазию до выступлений на сцене. Понимаете, самому. Я начал думать, а что надо показать и как это надо показать? Так возникла моя первая миниатюра. Показал я ее в доме актера на клубе кукольников «Наш только наш» в 1973 году. И людей, которые ее приняли, можно было просто перечислить по пальцам на одной руке. Да и то было бы много. Меня просто спрашивали как преступника, что вас толкнуло на это, как вы решились. И я не мог им даже ответить на этот вопрос. Хотя ведь все, что я делал, было в трезвом уме и твердой памяти, так сказать. А между тем, ясно и просто сказать я не мог. Ну, наверное, это, в этом и заключается творчество. На сцену выходила смерть с коробкой, с зонтиком. Она вынимала из этой коробки куклу, играла ею и потом укладывала эту куклу в коробку. И было видно, что без этой куклы ей нечем было заняться. И так эта смерть и уходила, такая одинокая, унылая, с зонтиком, вернее, под зонтиком, со сцены. Неудача меня не остановила. Ладно, думаю, не получилось говорить о смерти, буду говорить о жизни. Так появилась моя вторая миниатюра к вопросу о диалектике.
Это было как немое кино. Я выходил на сцену с бумажной куклой. Потом она у меня раздваивалась. Здесь оказывалась душа, а здесь тело. Я залезал им в голову, вынимал оттуда ткани мысли. На одной ткани было написано «Жизнь прекрасна», на другой «Жизнь ужасна». Я не знал, что мне делать в этом противоречии, и в конце концов с головной болью уходил со сцены. Эта миниатюра принималась даже с увлечением. Уж еще веселая музыка, сами понимаете, это способствует восприятию. Но в цензурные требования все это не укладывалось. Тогдашние цензурные требования. Потому что диалектика тогда у нас была одна, марксистско-ленинская, и она не допускала недоумений, ни сомнений. Ладно, думаю, тогда я буду говорить на нейтральную тему о любви. Так появилась моя третья миниатюра «Мой папа Дон Кихот». Это был театр танца, тоже без слов. Звучал фрагмент «Болеро» Равеля. Я на фоне огромного портрета Дон Кихота стоял, повернувшись спиной к зрителям, и передо мной вот так была клумба. Я наклонялся и поднимал женщину, затем кружил ее в танце, сам оставаясь на месте, открывал мантилью и видел куклу. Я отдергивал руки, она падала и вновь превращалась в клумбу. Я возлагал красный цветок на эту клумбу, вновь поворачивался лицом к Дон Кихоту, и это был финал «Болеро» и финал миниатюры. Это была уже красивая миниатюра, но столь насыщенная метафорами, что зрители не понимали ее так, как я хотел, чтобы ее поняли. В этом трехминутном действии я инсценировал идею романа о Дон Кихоте. Человек, это был я, впитавший взгляды Дон Кихота, на глазах у зрителя переживал его драму. Очарованной женщиной он вдруг осознавал, что принимал одно за другое. Живая женщина, которая была у меня в руках, а живой, вдруг оказывалась куклой. И в этом была страшная драма. Рушилась иллюзия, гибла любовь. Но человек не погибал. Он оставался благодарным за пережитое. Но вот у этой миниатюры тоже не сложилась сценическая жизнь.
Вообще, мои миниатюры вырывались из привычных норм восприятия театра кукол. И существовать могли, только будучи красиво поданными, в великолепном освещении, очень хорошем звучании фонограммы. Вот где бы я мог это играть? Сценическими площадками могли быть только устные журналы, которые устраивались в 70-е годы при дворцах культуры и куда приглашались политики, спортсмены, артисты. Все довольно свободно высказывались. Но все, что я сделал, при каждом выступлении требовало проверки данной сцены, ее устройства, освещения, звука. И ты каждый раз договариваться, упрашивать. Перевозить мой театр было накладно, потому что автомобиля у меня не было. В общем, было трудно, это было во всех отношениях. Я прекратил эксперименты, но доказал. Скорее всего, сам себе, что могу быть кукольником. Алиса из книги Льюиса Кэрролла говорит: в наших краях, если бежать, то окажешься в другом месте. А белая королева ей: а у нас, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Работа в театре продолжалась. Премьеры новых спектаклей, гастроли. Но все равно мне не хватало творчества. И вновь захотел я сделать миниатюру. Но теперь я стремился сделать нечто понятное, транспортабельное, удобное в перевозке, чтобы не зависеть от цвета, звука, но ведь и что-то нужное людям. Так возникла песнь песней Соломона. Миниатюра, где я впервые заговорил. Это был текст Библии. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня. Сняли с меня покрывало. Стерегущие стены, заклинаю вас. Если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Но опять я сделал нечто некоммерческое. И где бы я мог это играть? Начала разламываться наша страна. Я ушел из театра, желая стать самостоятельным. Но вместо того, чтобы создавать нечто, приносящее прибыль, я подготовил маленький спектакль, отражающий кардинальные перемены в нашей жизни. Длился он 10 минут, монтировал я его 1.5 часа. Это было зрелищно, но дохода не приносило. Я доказал, опять же, себе, что могу сделать, но я не мог продать. А в это время у нас в России утверждалось обратное. Если вы умеете продать, хотя больше ничего не умеете, то вы умеете все. Мне нужно было поменять ремесло, чтобы выжить.
Я этого не сделал. Через 3 года я вернулся в театр. Вскоре мне предложили, оставаясь в театре, преподавать в недавно созданном институте для людей с ограниченными возможностями. Называется он Государственный специализированный институт искусств. Когда я впервые встретился с этими студентами, я и отказаться не мог, но и не видел пути, как научить их стать актерами театра кукол, а им следовало получить дипломы о высшем образовании. Готово. Ну, в сущности, если говорить о подготовке студентов, то, конечно, нужна системы такой очень твердой, еще нет. Боясь, что не справлюсь, я попросил должность рядового преподавателя. Но затем обстоятельства так сложились, что мне пришлось возглавить преподавание. Представляете, опыта никакого нет. А надо было действовать так, словно он у меня есть. И вышло все очень достойно. Все мое самосовершенствование, что проходило до этого, сослужило тут хорошую службу. Из 4 студентов к диплому вышли 2, но они затем создали свой театр. И можно только порадоваться за Марию Овчаренко и Александра Мудряка. Откуда ты взялась такая? Повидать. Ваня, Ваня, простота. Купи лошадь без хвоста. Сел задом наперед и поехал в огород. Встретились мы с Сашей во время учебы в институте. Я поступила на год раньше, а Саша поступил, соответственно, на год позже. Так получилось, что буквально в первые же месяцы Сашиного присутствия в институте мы познакомились. Зайдя однажды в класс кукольником, стало интересно. А как вы это делаете, а как это делаете, а что вы? Ну, и стал вместе с ними там пробовать что-то. А давайте я попробую. Ну, так, со стороны. Конечно, мы сейчас вспоминаем, как строились наши занятия. Они строились немножко по-другому, чем обычно это делается, когда приходит педагог и начинают работать люди. Виктор Васильевич приходил обязательно с какими-то сладостями, обязательно пастила или там печенье, или обязательно чай. Он принес, наверное, с этого началось. Виктор Васильевич начал облагораживать комнату, классную комнату, в которой мы занимались, и превратил постепенно эту комнату в маленький театр, в студенческий маленький театр.
И уже наш класс сделал все для того, чтобы это был наш класс, кукольный класс. И уже говорили кукольники. Дальше больше в классе Виктор Васильевич все разложил. Какие-то стенды появились, на которые повесили куклы. Это все стало аккуратно, это стало интересно, это стало красиво, наконец, заманчиво, любопытно, когда входит кто-то со стороны. И забегая вперед, действительно, оказывается, когда приезжали какие-то гости, обязательно приводили в наш класс и показывали, вот здесь же вот кукольники. Виктор Васильевич организовал, чтобы у нас был рабочий стол. Он принес приборы свои, привинтил там чего-то необыкновенный фантазер. Однажды Виктор Васильевич приходит и говорит: ребята, приехал Филипп Жанти. Мы, честно говоря, не знали, кто это, но слышали, что это какой-то известный кукольник, где-то когда-то я видел по телевизору. Сколько стоят билеты? Билеты стоят столько. Но у нас столько нет денег. Мы же студенты еще. На следующий день Виктор Васильевич приносит билеты. Это вам. Но вы обязательно должны сходить на Филиппа Жанти. И вот это было потрясение. Это было такое потрясение. Это был такой урок. Я думаю, а если бы мы не смогли тогда пойти? А если бы Виктор Васильевич не принес билеты? Это же ведь, понимаете, такие вещи, они... так будоражили, так цепляли, так хватали тебя. Как педагог влюбляет учеников в свою профессию. В том числе и вот таким образом. Мы побывали на представлении Филиппа Жанти. Это чудо, это... Я помню, я просто неделю не могла не спать. Ну, есть я могла. Но меня это так будоражило, меня так трясло. Это как это? Это какое чудо, кукольный театр. С детства я мечтала быть актрисой, но я еще не понимала, какой актрисой. В большей степени меня тянуло к вокалу. Я очень любила петь, очень любила читать стихи. Родители купили радиолу и купили единственную пластинку Людмилы Зыкиной. Так сказать, несколько романсов, песен Людмилы Зыкиной. И я очень внимательно слушала. Меня мама научила, как включать эту пластинку. Я ее включала и всегда очень долго-долго слушала, вслушивалась. И... наверное, копируя Людмилу Георгиевну Зыкину, я запела песню «Женька». Стоит среди лесок деревенька, жила там когда-то давненько, жила там когда-то давненько девчонка по имени Женька. И родители все аплодировали, мне это безумно нравилось. Я закончила школу, и я уехала в Томск. Город замечательный. И я увидела объявление в газете, что принимается набор в театральную студию в Томский областной театр кукол. Все мое сознание было направлено на то, чтобы я туда обязательно прошла и поступила. Что, собственно, и произошло. Естественно, мои мысли направлялись дальше, поступить в театральный вуз, поступить на кукольный факультет. Но случилось такое событие в моей жизни, когда, возвращаясь однажды вечером из театра, неизвестный мужчина, которого я никогда не видела, никогда не знала, не понимала, почему именно меня он выбрал, почему в жертвы, он меня нагнал, когда я возвращалась домой и уже, так сказать, подходила к дому, ну, не дома, а к комнату, комнатушечка, которую я снимала. И ударил меня ножом в спину. И в результате чего я потеряла возможность ходить. Вначале мне казалось, что это временно, это невозможно. Ну, как любой человек, как ты был на коне, и вдруг вот паровоз остановился, и все. И каждый вечер перед сном я всегда говорила: «Господи, ну помоги, я вот чувствую, это должно что-то произойти. Когда это произойдет?» И вот случайно так получилось, что как-то у нас в доме погас свет. Я включила радио, хотя радио редко смотрела, потому что я увлеклась вязанием. Вязание, чтение, друзья, встречи, книги. Все, как бы так круг замкнулся. И я услышала по радио передачу об институте, который может принять людей с инвалидностью. Я подумала: вот оно, началось.
И действительно, это началось. Это был первый маленький шаг, первая ступенечка, когда я услышала эту передачу. Господь мне дал возможность ее услышать. Тут же Маша села и все настрочила письмо, как я хочу, как я люблю, как я могу, какая я талантливая и так далее. Возьмите, я обязательно все сделаю. И потом мы переписывались с институтом 2 года с педагогами, замечательные педагоги, Ольга Сергеевна Романовская, Андрей Викторович Мекки, это руководители и организаторы этого института. Мы с ними переписывались, я им звонила бесконечно, тратя на это безумные деньги с моей пенсии. Все-таки добилась того, чтобы приехать в институт с большими сумками, со своим креслом. Не знаю, куда я лечу вообще. Родители шокированы, в шоке даже, может быть. Но вот произошло чудо. Я верю в чудеса. Так получилось, что после окончания института как будто вот что-то тянуло нас. Появились новые люди, которые нам помогали. Казалось, уже все, наш союз распадается, институт закончили, деваться некуда, жить негде. Тем не менее, с теми спектаклями, которые сделали с Виктором Васильевичем, и с новым спектаклем мы уже стали выезжать, как театр «Котофей», и появилась надежда, что как-то мы можем зацепимся, и вот, в общем, целый год мы так, нигде не живя, бомжуя, тем не менее, мы продолжали выступать. Я продолжал последний год учиться, Маше удалось с помощью вот тоже своих педагогов поступить в аспирантуру Щукинского училища. В общем, мы учились и работали. И вот что-то несло, вот те чудеса, о которых мы вспоминаем, нам помогали двигаться. Ну, наверное, нужно было испытать многие вещи, испытать наш союз на прочность, испытать на влюбленность к делу, которому мы, собственно, решили посвятить себя. Испытания, я думаю, что пошли на пользу. И вот таким образом мы с Сашей 17 лет вместе. 10 лет назад мы уже, так сказать, оформили свой брак официально. 2 года назад мы уже обвенчались в храме. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы сделать новый спектакль. И опять-таки по счастливому случаю, не знаю. Или, может быть, это потому, что мы не успокаиваемся. В общем, мы подали грант в Союз театральных деятелей. Написали эту заявку, оформили. Грант мы выиграли. Выиграли мы на постановку спектакля «Золушка» и ее дневник. И вот мы ждем деньги, чтобы начинать приступить к работе. Новый спектакль. Вероятно, необходимость быть генератором творчества, чем я занимался в институте, придумать, что поставить, как поставить, заставлять, воодушевлять, призывать. Ведь это все и отнимает силы, но и обновляет их. И вот за время этого преподавания я сделал свой спектакль для малышей. Необыкновенная история про черепаху Дуню и ее приятельницу Кикимору Нюру. И потом спектакль для взрослых, ну и для старшеклассников, наверное, «Тамбовская казначейша» по поэме Лермонтова. А еще через 7 лет я сделал спектакль по книге Сергея Образцова «Маленькие рассказы про животных». И играл этот спектакль в музее-квартире Сергея Образцова. Свои размышления о театре кукол я решил опубликовать и выпустил книгу. Надеюсь, мой опыт пригодится и другим кукольникам. Или, как говорил один иностранец, кукольникам. На достигнутых вершин, мне кажется, все же нет. В одной книге я прочитал
про одного священника. Ему дали приход где-то далеко от центра, в глухом месте. Работы у него оказалось очень много. И ничего не было им достигнуто. И вот он идет однажды и размышляет о несостоявшихся своих планах. А навстречу ему идут жители этого поселка и здороваются с ним и благодарят его. А он им: «А за что же меня благодарить, если ничего не достигнуто?» А они: «Не важно, что не состоялось, а важно, что вы стремились к этому. Мы это видели, понимали, это нас возвышало. До свидания». Thank you.